Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что Фьюри стоит на первом месте в его списке желаемых соперников, на что бывший чемпион мира по трем престижным версиям принял этот вызов. Подробнее об этом смотрите в другом ролике, ссылка будет на него вверху экрана. Также сообщалось, что Фьюри может встретиться с Джошуа в апреле 2018 года в Лондоне. Тайсон не выходил на ринг с ноября 2015 года, когда победил Кличко судейским решением. Также Фьюри хочет провести бой с экс-обладателем титула WBA, россиянином Александром Поветкиным. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. Сам же россиянин сейчас готовится к бою, который состоится 1 июля в Москве, где он встретится с украинцем Андреем Руденко в поединке за титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации WBO в тяжелом весе. Сегодня WBO подтвердило, что на кону будет стоять именно этот титул. После этого поединка оба боксера сдадут тест на предмет употребления запрещенных препаратов, но без этого никак. Поединок Поветкин-Руденко станет главным событием большого боксерского шоу, организатором которого станет компания «Мир бокса». Напомню, до этого у Поветкина был отменен поединок с американцем Уайлдером из-за запрещенных препаратов, после чего организации WBC, IBF и IBOV исключили российского тяжеловеса из своих рейтингов. Напомню, что в активе Поветкина 31 победа, 23 из которых нокаутом и 1 поражение. На счету Руденко также 31 победа, 19 из которых нокаутом и 2 поражения. Ну и в продолжении боксерской темы смотрите ролик под названием «Скандал на чемпионате Европы по боксу». Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.